крутая тема, которую построили буквально за неделю. Это как промо-магазин, кафе, зона отдыха от компании Levi's. Вот так вот они все это сделали. Из дерева. Очень быстро, грамотно. И посмотрите, они используют морские контейнеры. Из морских контейнеров ребята сделали офигительную просто зону отдыха, лаунж. И главное, магазин, где делают промоушен своей марки, своего бренда. Hello. Вот так вот это все выглядит. Вот, это получается 4 контейнера 40-футовых соединены. И здесь же у нас и раздевалки. Получается, здесь, я так понимаю, склад у ребят. Ну и кассовая зона, естественно. И тут разделено на женское и мужское отделение. И, собственно говоря, люди заходят как в лаунж отдохнуть. Еще и вот покупают и всячески проникаются брендом Levi's. Также можно попить водичку здесь, заказать какие-то другие напитки в The Bar'е. Дети даже играют на граве. Кстати, могли бы и для детей такую площадочку сделать. Более того, это двухэтажный объект. Вот даже на второй этаж можно подняться. Что мы давайте сделаем? Это какой-то лазер. Что они здесь делают лазером? Где аналогия? Лазер. Ну, в общем-то, непонятно, что они делают лазером. А тут получается, что это? Лаундри? I'm sorry, is it laundry or what is this? Что это такое? Это химчистка или что это? What? What? Dye on the jeans. Dye on the jeans? What is this? Like they start out blue. Uh-huh. And you can make them black, you can make green. Это, короче, покрасить джинсы можно здесь. Ага. What is the name again? How did you say? A dye. A dye. Mm-hmm. Like dice. It's death. Dye. D-Y-E. D-Y-E. Okay, mm-hmm. Thank you very much. Ну, в общем-то, покрасить джинсы даже здесь можно. Ну, а здесь вот можно всячески выбрать размеры, я так понимаю. Понравившиеся джинсы и померить их. Ну, значит, второй этаж тут тоже есть. И мы сейчас попытаемся на него зайти. Денис, а давай поднимемся на второй этаж. А где это? А здесь вот, да? Ага. Сейчас мы быстро тоже поднимемся. Вот так вот это все выглядит. Ну, в общем-то, я понимаю четко, что здесь вечерами, особенно пятница, суббота, биток. Напоминаю, что это вот очень быстро открылось, построилось. И все из дерева, контейнеров морских. В общем-то, компания складконтейнер.ру тоже обязательно будет делать такие пати-контейнеры к лету 2020 года. То есть, уже там, если вы хотите какой-то совместный проект сделать, либо заказать контейнер, который имеет многоцелевое назначение, как кафе, как презентацию какую-то провести. Вот здесь вот как магазин сделать, как выставочный павильон. Морской контейнер мы можем сделать именно вот под эти нужды, как и он может быть туалетом и, собственно говоря, много чем. Ну вот, тоже очень классная инсталляция. Ну вот, тут можно посмотреть модели Levi's. Куртка, конечно, потрясающая. Да, очень уютно. Очень уютно, и это вот обилие дерева делает такую правильную атмосферу. Здесь очень приятно находиться. А эти шрифта мне напоминают Black Star Burger. Прямо читается в них Black Star Burger. Что значит правильный дизайн со стороны Black Star Burger сделан? Мне кажется, какой-то американский дизайнер над этим работал, потому что шрифты, которые используются здесь в меню, особенно на вывесках, они особенные. И вот так вот выглядит это все сверху, вся эта движуха. Ну вот, идеи для промоушен, идеи для того, как проводить мероприятия и где главное. Обращайтесь в компанию складконтейнер.ру, мы поможем вам, если вам нужен необычный контейнер или даже такая развлекательная зона. Ну а мы двигаем дальше.
I'm ready to go.